В общем, какой-то процесс умудрился что-то натворить системой, поэтому пришлось перезагружаться. Из-за этого и вылетело. Сейчас почему-то очень низкий FPS. Опять же, при записи. Опять же, должен быть около 60. И этот меня внизу уже так раздражает. Пойду ему в лоб выстрелю, что ли. Чтоб не бегал. Или скинуть им их друга, что ли. Лети! Полет зафиксирован, полет зафиксирован. Приземление в районе хрен знает чего. Смотрите, как он мощно перепрыгнул в эту... Серьезно? Я одолел тебя, засранец! Упал с 2-метровой высоты и повредил себе ноги. О, господи. Какой мудила это придумал, честное слово. Как может тренированный боец упасть с такой лестницы и заорать, мол, насилуют! Я, пожалуй, разобью окна. Хе-хе. Я вандал. Раз уж начал заварушку, то пусть она продолжается, да? Ну куда ты ушел? Ну куда ты ушел? Я не хочу в этой системе быстро прицеливаться. Надеюсь, я попал. Ну, по крайней мере, да, кровяка была. Эти, конечно, не уничтожаются, пока не вкачаешь полностью все. А еще там есть ящик, надо до него добежать. Посмотреть, что там. Все-таки, если бы я проходил эту игру по-тихому, а это садомазохизм, то мне бы пришлось играть в нее часов 500 вместо 40. А так, я там опять какой-то злостный чувак. Мудак, или как вы его назовете. И он куда-то скрылся. Ему, наверное, пофиг было то, что здесь труп лежит, да? Абсолютно насрать, что его товарищи убивают, что здесь кровяка разлита. Какие же они все-таки тупые, эти американцы. Я-то точно не американец. Надеюсь. Да что это я с шокером? Чего тратить батареи? Да серьезно, давай, приближайся. Затылок. Я вообще засранец. Ну, вроде все зачищено. Можете спокойно бегать и... Нет. А-а-а, блин! Из него кровь капает. Что ты хочешь сказать? Это все, что он хотел сказать перед своей смертью. Ну, собственно говоря, и насрать. Я абсолютно не понимаю, что мне нужно делать, поэтому я выношу всех, кого только можно. И там камера, конечно же. Отлично. Да ты пошла нахер камера. Так. Одного не понимаю. Вот это компьютер или нет? Нет, конечно.
даже если включилась сигнализация, то какая нахер разница? Все равно уже. Я всех перестрелял. Всем насрать, потому что все сдохли. Если честно, я перед тем, как играть, я посмотрел прохождение и куда нужно бежать. Абсолютно не вижу этого самого говна, потому что там написано: возьмите у этого чувака ключи. Идите в дверь. Хорошо, прошел в дверь. Ну, в смысле, вот сюда, наверх, сразу же идти. Открывайте дверь этим ключом. Какую нахер дверь? Эту дверь? Эта дверь открыта? Здесь никакого компьютера нету. То есть, открывать дверь, в принципе, от теми ключами, то есть там было написано две двери, нужно там, наверху. И я прошел туда, но я не нашел ни одного компьютера вот здесь вот, который отключал бы гребаные камеры. А вот здесь терминал компьютера безопасности? Ну, в него просто не подходят пароли. Я не знаю, где я... Ни хрена себе. Где я просрал датакуб с паролями. Но... вроде бы нигде. Да что такое? Почему я боком-то иду? А, вот сюда нельзя подойти. Ну да. Отличный геймдизайн. Отличный! Нет. Какая она медленная. Фак! О, не успели. Вниз или вверх? Ну, вниз нельзя, значит вверх. Брифинги, конечно, в игре полностью нихера непонимательные. Это терминал в Лагурдии. Хозяин Хуан Иванович Лебедев. Хуан Иванович. Джон Павлович Астахов. Или там... Мануэль Ибрагимович, как они. Хуан Иванович, это же надо было просто придумать такое. Хуан Иванович Лебедев. Я просрал, я понимаю, что я сейчас просрал все. Весь брифинг, но. Блин. Хуан Иванович Лебедев. Ладно, будем разбираться. По ходу дела. Убрать. А где он находится? Конечно, мне не сказали. Конечно же, я в полной жопе. И конкретно я в черной жопе, потому что вот здесь нихера не видно. Да чё я парюсь? Электромагнитную гранату я, конечно же, одну оставил. Я хорош. Я вообще хорош. Ножик. Да затрахали эти ножи, честно. Почему... И вот я все время не думаю в РПГ, почему нельзя сделать так, чтобы... в инвентарь не совалось все, что тебе не нужно. Это же просто полный отстой. Ну да, если вы не сделали этого, то... В смысле, этой функции, то... Дайте возможность хотя бы выбирать, что нужно брать из того, что падает с рогов. Просто я задумался, что мне здесь делать. Одна отмычка, но там, блин, там же пипец! Я же там скончаюсь сразу же со всеми своими карапульками. Ладно, поступим как настоящий... Вот так вот, как настоящий
дебил. Хеликоптер! Иван, Ивана Хуановича Лебедева. Хуна. Бро. Кто-то летает. Кто-то снова летает. Видимо, опять под этим, над этим черным охранительным небом. Хоры летать. И вот там вот мне совсем не рад вот этот хрен. Этот Хуан. Может, это Хуан? Иван Хуанович Лебедев, господи. Я сейчас буду всех тех, кто мне не нравится, называть Иваном Хуановичем Лебедевым. Ну... Что такое? Как? Вы это видели? Я еще не вышел из этого угла, и он уже меня обнаружил и начал стрелять. Это бред. А как мне знать, что он за этим углом? Он не издает никаких звуков. Может, издает, конечно, но, блин, фиг услышишь среди этого крутого музона. Электромагнит и гранат у меня почти нет. На всех этих роботов не хватит. Вот видите, сейчас он шаги не слышит. То есть, он явно меня не по шагам вычислил. Он начал меня стрелять, когда я был только за углом. И куда идти? Как мне узнать их маршруты? Почему эти брифинги не записываются или они записываются? А, вот, есть. Это в терминал в Лагурдио, хозяин Хуан Иванович Лебедев. Мы думаем, ты знаешь, что он работает с террористами. Тебе нужно будет найти его и убить. Мы посылаем тебе карту аэродрома. Спасибо, мать вашу! Так, вот, ну я вышел отсюда. Значит, вот эта хрень здесь. Сейчас я где-то вот тут. А, и все роботы отмечены. Один робот, всего три робота. Так, наверное, он, если, ну, быть My robot friend. Scanning area. My robot friend. Fuck you. Я так понимаю, улучшения для превращений, они еще не в каждой жопе ведь валяются. В смысле, они валяются в полной жопе, я это хотел сказать. Но не в каждой жопе, а в полной жопе. Во. Как я объяснил все-таки. Популярно то, что их сложно добыть. Чтобы прям все поняли. Так, я зашел слишком далеко. Я просто не могу вернуться назад, поэтому я буду ходить с фонариком и... Посылать всех нахер. Так, стоять, еще где робот? Да не это. Вот туточки. Туточки... А вот где я? Я вот примерно здесь, наверное, сейчас. Да. Черт, и он едет ко мне! Фак! Факин! Дабл фак! Тут враг. Если бы я сейчас закричал, если бы я сейчас закричал GC Denton, то, наверное, его бы уже давно завалили. Да еще один. Да сколько можно-то? Три дерьма навстречу мне. Так. Ну, это и есть компьютерная игра 2000 года, когда, во-первых, ты не знаешь, куда идти. Во-вторых, у тебя есть QuickSave, QuickLoad, поэтому ты можешь сохраняться каждые 5 секунд и проверять все возможные лазейки. Но это же глупо, это сразу убивает весь интерес к исследованию мира, к этому бесшумному исследованию мира. Fuck you! Stupid robot. Stupid. Окей. Бегай ко мне, чувачок. Я тебе буду дам руки сверчок. Блин, я рифму не подобрал, честное слово.